Всем большой привет! Давненько меня не было. В общем, был у нас незапланированный мини-отпуск. Как вы поняли по моим весам, я никого, и в том числе себя, не заморачивала своей диетой, не считала калорий, кушала все, что хотела. Вот. А сейчас я снова возвращаюсь в строй худеющих, продолжаю свое похудение. Я, кстати, ни о чем не жалею, мы очень хорошо отдохнули. В том числе я отдохнула от подсчета калорий, порций, вот, от какого-то там питания иной раз, скажем так, полезного, но то, которое не особо хочется кушать, в общем-то. Вот, а сейчас я возвращаюсь снова в строй худеющих. Меню мое будет составлять 1200 калорий в день. Также я буду пить, в общем-то, простую воду, добавляя в свой рацион отруби. Ржаные или пшеничные. Сегодня у меня ржаные отруби. Здесь в этом стаканчике 25 грамм. В общем, за завтраком я съем половину. Значит, у меня бутерброд с пшеничным хлебом, творожным сыром на 40 грамм. И йогурт, био-йогурт отруби из Лаки Верховья 150 грамм. И также кофе Нескафе, обычный растворимый с добавлением молотого. Здесь у меня 250 миллилитров в этой чашке и с заменителем сахара. Двумя таблеточками я себе купила заменитель сахара Milford. Теперь буду добавлять его, в общем-то, в кофе и в кислые какие-то напитки. Всем я желаю приятного аппетита! Следующий мой прием пищи – это макароны из твердых сортов пшеницы. 150 грамм баклажаны с овощами, 73 грамма, и Нескафе – растворимый с добавлением молотого и две таблеточки заменителя сахара. У меня здесь в чашке 250 миллилитров, но выпью я, скорее всего, где-то миллилитров 200. Забыла сказать, что добавлю сейчас еще к приему пищу оставшиеся отруби. Следующий мой прием пищи – это луковая слойка. Здесь у меня 100 грамм. Значит, смотрите, это вообще калорийная вещь. В 100 граммах 370 калорий, но я пока в свои дневные калории вписываюсь. И зеленый чай без сахара. Всем приятного аппетита! На ужин у меня сегодня отварная грудка 100 грамм. Салат из огурцов и помидоров. Здесь чайная ложка растительного масла и соль. Помидор где-то грамм на 80, огурец грамм на 90. И зеленый чай без сахара. Всем приятного аппетита! А это наши две тортиллы. Вот такие они огромные уже стали. Мы решили их перевести на полнорационный корм, который продается в зоомагазине. Немецкий корм. Не дешевый, скажем так. Но у них в последнее время мы их кормили креветками и давали как лакомство гамарус. Вот, и что-то у них в последнее время нарушилось, в общем, пищеварение. Не знаю, может быть, из-за креветок, что-то с креветками не то. Ну, и решили их перевести на полнорационный корм такой. В общем, и витамины там есть, и минералы, все, что необходимо для содержания красноухих черепах. Купили сегодня вот такую банку рептамин. Стиках, ну, типа вот таких вот дольках от тетры. Так, в общем, здесь 130 грамм, это по весу и по объему 500 миллилитров, то есть они легкие, очень полноценный, в общем, основной полноценный корм для водных черепах в виде палочек. Содержит все важные элементы, необходимые для черепах. Так, оптимальное содержание кальция для роста, для укрепления панциря. Высокое содержание легко усваиваемых протеинов. Так, рекомендации по кормлению. Кормить несколько раз в день маленькими порциями. Но несколько раз в день маленькими порциями – это для маленьких черепашек. То есть таких черепах уже положено кормить через день. Вот. Ну, здесь производство Германия, в общем. В общем, буду пробовать давать такой корм, но они у нас будут есть его. Потому что они у нас такие, знаете, всеядные, набрасываются на еду, как монстры.
Надо уже им расширять аквариум. В общем, когда, может быть, самоизоляция закончится, будем уже думать про аквариум побольше. Просто сегодня вот мы, кстати, были в зоомагазинах, и не было у них, короче, черепашатников, вот этих вот аквариумов для красноухих черепах. Вот. У них там вообще не было просто аквариумов, хочу сказать, вот именно больших я имею в виду. Такие маленькие были, аж вот большие, на 40 литров, ну вот, соответственно, больше, ну и, соответственно, и на 40 литров у них не было в продаже. Вот. Ну и больше тоже не было. Были такие какие-то маленькие, не помню, сколько там, может, литров по 10 у них, или сколько, по 20, наверное, 20-литровые были, вот. Половина, то есть, от этого аквариума. Открываю свою таблицу калорийности. В общем, что у меня сегодня получилось по калориям. Значит, из 1200 калорий я набрала 1169 всем в своем меню. 82 калории. Ну, это обычная физическая активность за весь день. Я ее тоже здесь указала. Но она идет как зарядка, как бы 15-минутная. Но я указала как обычную хоть какую-то активность, потому что я не целый день там лежу. Я что-то все равно делаю, куда-то хожу, в магазин, туда-сюда, в общем. Но такой, знаете, долгой, длительной двухчасовой прогулки пешей, например, не было. Поэтому такая средняя, в общем, деятельность, с которой тоже уходят кое-какие калории. Так, указала вес на сегодняшний день. Так, и, в общем-то, ничего ярко-красного у меня не горит, поэтому все очень хорошо. По белкам 68%, по жирам 105%, углеводы 103% и клетчатка 25%. Питьевой режим 2 литра 200 миллилитров. Это с учетом там чая, кофе и плюс простая вода. Так, в общем, открываем. Завтрак у меня получился на 298 калорий, био-йогурт 147 калорий, хлеб кусочек 30 грамм 68 калорий, сыр творожный 10 грамм было 26 калорий, кофе без сахара 22 калории и отруби ржаные 33 калории. Кстати, вот насчет кофе, вот диетологи говорят, что кофе без сахара, оно не имеет калории, но все равно в интернете почему-то указывается его калораж кофе. Без сахара, вот 22 калории. Не знаю почему. Ну, я отметила, ничего страшного, эти, знаете, 22 калории. Погода ее, в общем-то, не сделают. Обед получился на 314 калорий. Вот воду питьевую 1,5 литра, это чистой воды, простой. Значит, 314 калорий обед. Макароны из твердых сортов пшеницы, отваренные 167 калорий. Это 150 грамм. Баклажаны с овощами 73 грамма, 94 калории. Кофе без сахара 200 миллилитров. И отруби половинка, в общем, отрубей из стакана 33 калории. Дальше полдник на 371 калории. Чай зеленый без сахара. Слойка, завиток с луком 100 грамм была у меня, 370 калорий. И ужин на 185 калорий, грудка куриная отварная 112 калорий в 100 граммах, масло растительное, чайная ложка 5 миллилитров у меня получилось, 44 калории, помидор свежий 70 грамм 13 калорий, огурец свежий 13 калорий в 90 граммах. Вот такое у меня сегодня меню, калораж. Всем я желаю отличного похудения, отличного настроения. До скорых видео. Всем пока!